свой профессиональный праздник «День энергетика» сотрудников отрасли поздравил глава округа Андрей Иванов. Именно 22 декабря в 1920 году был принят государственный план электрификации России. С этого момента берет начало история энергетики нашей страны. Труд этих людей неоценим для всех. Благодаря вашему труду в домах и квартирах наших жителей есть свет, тепло. И даже если что-то случается, все прекрасно понимают, что профессионалы энергетики быстро, оперативно отреагируют, исправят какую-то неисправность и ликвидируют последствия. Развитие экономики, стабильная работа промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, бизнеса, всех социальных объектов. От этой сферы зависят буквально все структуры и жизни каждого из нас. Вы не только справляетесь с авариями, вы, в принципе, каждый день развиваетесь, строите новые кабельные линии, новые подстанции, обеспечиваете бесперебойную подачу энергии. И все это большая-большая отрасль. Сегодня наша страна занимает 4-е место в мире по объему генерации электроэнергии. Благодаря современным технологиям и слаженной работе сотрудников не только оперативно устраняются любые аварии, но и предотвращаются многие чрезвычайные ситуации. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».